Вот этот поворот. Я хотел ты порез взять. Что ты хотел? Ты порез. Ты порез. Это в докторской сумке, а сумка, никто не занес ее, она у тебя на выходе. Она вот приходит тебе. Ну, приходит, я говорю, на выход. Точно, точно, конечно. И что, 2 часа делать на столе? Если тебе нужно ногу, ну там, я тебе ее промну там в данный момент. Ну, сколько, ну 2 часа тебе ее мне? Так, я тебе еще время чуть-чуть потянул, но тебе еще минут 15-10 все равно нужно протянуть. А потом смывай все это дело и... Окей. Что, рабочий? Живот, тяни. 2 килограмма сбавил. За тренировку? Красава, сейчас пойдешь на вес. На вес, да, на вес будет. Это для кулина надо было в основном, не должен. Вот сколько ты весишь? Я 68. А рабочий? 68. Профессионал. Так вот. Такой, конечно. Это, кстати, игрочище. Но если, правда, не зазвездится. Здесь не надо напрягаться, не надо думать, не надо бегать. Это называется релакс.